будьте любезны, взвесьте мне две рыбы. Какие? Это не важно. А что вы делаете? Вчера рано утром я надел одежду для рыбалки, взял снасти и сказал жене, что иду на рыбалку. А как вышел из дома, тоже переоделся в обычную одежду и к друзьям. Короче, тусили мы целые сутки, а сейчас надо идти домой. А без рыбы, сами понимаете, нельзя. Опасно. Жена догадается. Вот ваша рыба. Сколько я должен? 2000. Что? Я деньги потерял? Да нет же. Вот они. Возьмите. Подержите, пожалуйста. Бросьте мне, а я поймаю. А это зачем? Ну, я очень прошу. Ну что, вам трудно, что ли? Нет, но зачем? Киньте, я скажу. Ну, говорите, зачем? Неизвестно, как все пойдет. Вдруг она не поверит. Хочется спокойно поклясться, что именно я поймал.